Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту 3 рубля. Проект свеженький, новенький. И в этом видео я хочу сделать пробный вывод. У меня там немножечко копеек есть. Значит, напоминаю. Вход сюда, друзья, 3 рубля. И автопереход в последующие уровни идет у нас. Вот стоимость первого уровня всего 3 рубля. Это все можно все прочесть. Ниже приведена таблица. В первом уровне 2 партнера. Стоимость вход 3 рубля. Вознаграждение 2 рубля. Реферальный рубль. Доход 4 рубля. Далее мы переходим в четвертый уровень. Переходим во второй уровень. Здесь партнера уже 4. Стоимость 6 рублей. Вознаграждение 4. Реферальных 2. И доход уже 16 рублей. Ну и так далее. Это все можно посмотреть. Все как бы разжевано. Давайте перейдем кабинет. Я поделюсь своими результатами. Вот. Ну и поставлю копеечку свою. Вот у меня 8 рублей на вывод. Значит, смотрите. У меня уже заработано 14 рублей. 10 партнеров. И 8 из них активных. И баланс у меня 8 рублей. Я вчера зашла ровно на 3 рубля. И в течение дня я проверяла как бы кабинет. У меня на балансе была денежка. И я уже сама из заработанных денежных средств активировала второй уровень. Вот у меня здесь сейчас я второй уровень у меня. Вот. И я сейчас в данный момент сейчас зайду. Смотрите. Вот у меня первая линия. Два человека из двух, да? Клику перейти. И вот у меня два человека ко мне пришло. Я заработала копеечку. Вот видите, уже на третьем уровне у меня человек стоит. Далее выбираю линию. Вторую линию я активировала. Вот второй уровень сама из заработанной. Я сюда больше ничего не пополняла. Вот. Клику вторая линия. Перейти. Вот. И вот у меня здесь стало 4 человека. Далее кликаю. Выбираю. Третья линия у меня. Перейти. И вот у меня пока 2 человека должно еще подойти. Как бы. И у меня даже в четвертой линии есть один человек уже в четвертой линии. Четвертая линия. Вот. И посмотрите, это не мой человек. Потому что спонсор, вот кто, он ко мне пришел переливом. Потому что у меня логин другой. Правильно? Если бы мой человек был, здесь бы стоял мой логин. А значит, он пришел ко мне уже переливом, друзья. Моя история. И здесь вот вся, все вот как бы реферальные начисления идут. Вот. Возвращаюсь в мой кабинет. И я поставлю денежку на вывод. Кликаю «Вывести». Успех. Поздравляем, успешно выплачено. Переходим на Pair кошелек. Я перезагружаю страничку. Как видим, вывод идет инстантом. 5 августа, 7.20 с учетом комиссии.
И, пожалуйста, 5 августа. Перевод выполнен. 7 рублей 20 копеек. Комментарий. Выплата для партнера 3 рубля. И Елена мой логин. И вот 3 рубля. Все замечательно. Ну, я и не сомневалась. Что тут сомневаться? Так, теперь многие не знают, друзья, хочу сделать такое, как пополнять, как активировать. Для начала, когда я пополняю, я заранее открываю Pair кошелек. Ну, залогинюсь и открою. Вот. Если же у вас Pair не открыт, и вы нажимаете, например, ну, я пополняла, да, например, вот сюда 3 рубля. Вставляете 3 рубля, прописываете. И кликаете «Пополнить». Вас автоматически перебрасывает на Pair кошелек. Если он у вас не открыт, то вам нужно будет, естественно, когда вы пополните, появится окошко «Авторизоваться». Нужно зайти в кабинет, как бы, и после того уже произвести пополнение. А если заранее открыть, то у вас автоматически перебрасывает на Pair кошелек, и вы пополняете кабинет. У вас будет денежка в кабинете. В кабинете вы пополнитесь, после чего нажимаете на вкладочку «Мой бинар». И у вас здесь будет стоять первый уровень. Вот. Вы нажимаете «Активировать первый уровень». И он у вас активируется. И все, вы начинаете зарабатывать. Понятно это, да? Вот. Как бы. Ну и далее уже как бы будем переходить автоматически уже по уровням. Вот. В принципе, это все, что я хотела вам сказать. Вот баланс у меня обнулился. Здесь общий доход у меня. Проект замечательный. Мне определенно нравится. Вход всего, друзья, 3 рубля. Я думаю, на 3 рубля партнеров пригласить это несложно. Всем удачи, больших заработков. Спасибо за внимание. До новых встреч.